Привет! Сегодня мы будем играть в войнушки с моим братом Томилом. Но перед этим я хочу вам что-то рассказать. Давным-давно здесь была пустыня, но за то, что израильтяне не любили сажать деревья, а не убить их, они сделали лес. И вот сейчас вы видите, они садят новые деревья. Они совсем маленькие, но скоро вырастут. И будут такие большие. Ну, фирма, которая это садит, зовут Керан Каэмотли Сойл. И эта фирма очень любит деревья. Она их садит, она их делает все. Она, короче, ухаживает за этим лесом. И не только за этим, а за всеми в Израиле. И вот сейчас мы будем заряжать пистолеты. И мы специально одели эти костюмы, потому что мы их очень любим. А если у кого-то пули нету? А у меня есть. Ой. Все, найди, у тебя не тема твоя. Папа, скажи мне, а если у кого-то пули нет, что делать? Поиграл? Что поиграл? Нет, идет на заправку. Сейчас, пока папа пойдет за карточкой в кабел, мы сделаем маленький такой стендап. Скажи, Тем, что ты сегодня кушал? Когда? Утром. Когда еще? А, суп. Какой суп? Не понимаю, что он говорит. Если бы ты был на войне, что бы ты выбрал? Я бы выбрал футбол. Скажи, ты любишь что больше? Я любил больше футбол и танцевать в балет. Футбол, конечно, а что еще? Воевать или купаться на море, на доске. Ты что, с ума сошел? Конечно же, не воевать. Что вы тут наснимали? Стендап. Стендап? Да. Ладненько, давайте продолжаем войнушки. Да, конечно. Вот тут надо подвоевать. Туда и тут. Давай, начинаем. Я плохой, я Итан Хаус. А потом я хорошо, а он плохо. Вначале я ставлю до 10, он должен 5 ставить. Нет, я! Но вы плохой. Ну и что? Ладно. Давай. Раз, два, три, четыре. Ладно, 20. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Еще 10 секунд. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Поехали. Ой, вот такая маска. Я туда пошла. Эй, там попал он в тебя? В ногу, а то я ранен! В ногу он тебя попал? Да. Я могу на одной ноге! Конечно. Ух ты! Вы что такое? Сечки. Маленькие. Сейчас ты ко мне попадешься. Меня ранили! Ты не попал в него разве?
Должен был быть. Там... Ну что, Тёма, как еще успехи? Сейчас пули. У тебя пули заканчиваются? А во втором пистолете есть патроны? Он нападает на тебя. Все, он тебя попал. Мам, беги! Кто победил? Я! А теперь я! Кто самый плохой, я считаю.